попросить Божье благословение на эти 10 дней, на этот период, да, нашего пребывания в детском лагере. Вот, и называетесь-то вы как пчелки. Вы должны жужжать тогда. Понятно? Творить дела Божии, творить дела добрые, чтобы вы отсюда вышли удушевленные, чтобы были такие жизнерадостные, чтобы на следующий год вас тянуло сюда, чтобы не только на следующий год, и каждый день. А сейчас мы проведем молебен, осветим наше помещение, чтобы оно было у нас чистое, светлое и радостное. Ну и вас водичкой Божией окропим, чтобы вы у нас были послушными и добрыми, и откровенными. Немного всем Бога, Бог Господь, мне все молится здесь, конечно, потом Богородица прилежданная и непризицем, грешней смирений припадим, покаяние зовущей глубины души, владычица помазина на милосердовавши, почтися погибаем от множества прегрешений, не отврати твоя рабышним, вся поедина надежда и мы. Чем молимся о великом Господине Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, Господине нашем, высокопреосвященнейшем, архиепископе Сергии и всей во Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищи мудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Без остроения Богословоручую, сущую Богородицу Тебя величаем. Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. С вами провели краткий молебен, попросили у Бога помощи, молитв, чтобы Господь нам помог в нашем деле, нашей жизни. Сейчас каждый подходит, крестится, целует крест, и я вас водичкой окроплять буду. Саисин с тобой. Что, крестик? Вот. И отходи. Пошлите, ребят. Так, мальчики, давайте сначала руку, мальчики, потом пониже. Девочки. Держи двумя руками. Крестись. Саисин с тобой. Пойдем. Вот друг за дружком прям. Пойдем. Шапку снимай. Крестись. Вот. Пойдем. Ну, отходи. Данил, давай. Пошли. Все, нам хорошие шапочки, приходи. Это должен делать. Каждый день. Хорошо. Идем. Крестись. Вот умница. Идем скорее. Все, крестись. Неправильно. Вот. Идем, Кристина. Ну, животик правый. Да. Вот сюда. На это плечко. Вот, иди, моя Халюся. Идем. Вот. Не болит у нас. Хорошо. Вот. Пошли. Крестик делайте вот так вот, серьезно, вот отнеситесь к ним, да, чтобы пальчики ваши были согнуты, и чтобы, когда будет креститься, чтобы между пальчиками... маленький девчонок, чтобы не пролез у вас, чтобы был у вас крест нанесен. Вот, ну, с пузырьком. Да, она. Давайте теперь преподаватели и родители. Еще не все. А кто еще? А вот еще детство. Еще не вот. Света. Иди туда к деткам. С кем ты там будешь? Иди.
Алена, идите, девочка, туда. Идите туда, там все дети. Ты нам я дарую и твою, роняю Христом твоим жизнь, и Христом спаси, Господи. Люди твоя и благослови, достояние твое, победимся, тебе дарую, и твое здоровье Христу. Победи нам сопротивное дару, я и твое здоровье. Спаси, Господи, люди твоя и матушка, и наслоение твое, победи нам сопротивное дарую, и твое собрание Христов твоем жизни. Я же испугалась, я только отвернулась, у меня уже брызгало. Все, слава Богу. К тебе, Господь, восстав от сна, спешу с молитвой благодарной. Душа моя любви полна, стремится в свет твой лучезарный. Отец щедрот, к стопам твоим я припадаю со смирением. Благослови дела мои твоим святым благословением. И светы истинам твоим не переставай нас просвещать. И даруй нам, детям твоим, твою святую благодать. Для благословения и напутственного слова на нашу импровизированную сцену приглашается настоятель храма в честь иконы Казанской Божией Матери, протоиерей Алексей Чечиновский, наш любимый батюшка, теперь на официальной торжественной части. Поприветствуем его! Как я рад вас сегодня здесь всех видеть. Вот, и думаю, что мы с вами будем здесь дружными, счастливыми, веселыми, общительными. Так что двери в этот центр у нас всегда открыты. И милости во всех просим. Я вас поздравляю с открытием этого центра и детского лагеря. Да, вот она правильно говорит. Возьмите, говорит, меня тоже. Вот. И подрастет, и мы ее возьмем тоже. Так что милости просим. Дай Бог вам всем благословение Божие, успехов, счастья, ну и трудов вам. Разрешите представить слово руководителю нашего центра Чугуровой Ларисе Викторовне. Эх, ребята, и тех, кто будут нашими участниками в лагере, и вожатых, и родителей, и всех-всех наших помощников, преподавателей, и, конечно, батюшку с матушкой, с открытием нашей летней православной смены. Мы дождались этого дня. Я хочу вам пожелать успехов, здравия и мудрости. Нас Господь всех очень любит, Богородица голубит. Чтоб все мы дружно жили, Царство Божье заслужили. Вот, думаю, на нашей смене, небольшой, очень короткой, всего в 10 дней, мы с вами узнаем очень многое. И дорогу в Царство Божье, наверное, мы узнаем, как идти по этой дороге. Дорогие ребята, добро пожаловать в наш центр! Пусть всегда вам будет в нем хорошо и уютно. Пусть вы найдете здесь новые знакомства, любимое дело. Приобретете новые знания о жизни, вере, о Боге. Господи, благослови! Пусть будет жизнь ваша освящена.